Реализуя оперативную информацию, сотрудники Донского наркоконтроля в лесополосе, расположенной на территории Красносулинского района, задержали 53-летнюю гражданку, которая собиралась забрать из тайника крупную партию запрещенного вещества для дальнейшего сбыта. Прибыли найти под деревом какой-то вот клад. Клад с чем? С запрещенными веществами, с наркотиками. При осмотре тайника полицейские обнаружили и изъяли сверток с неизвестным веществом внутри. Исследованием установлено, что содержимое – наркотическое средство мефедрон общей массой около 500 граммов. Задержанная рассказала, что работала на протяжении года курьером в одном из онлайн-магазинов в теневом сегменте сети интернет. Женщина приехала в Ростовскую область для того, чтобы забрать крупную партию наркотиков и распространить их в дальнейшем на территории соседнего региона. Следователями по материалам оперативников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228 примечание 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.